Виталий, прежде всего поздравляю с победой. Скажи, насколько ты доволен сегодняшней игрой и своей игрой в сегодняшнем матче? Здравствуйте, спасибо. Да, в принципе, доволен и своей игрой, и игрой команды. В первом тайме контролировали игру, мяч забили, поэтому, считаю, заслуженно выиграли первый тайм. Ну и всю игру, наверное? Ну, всю игру, да, тоже. Смотри, вы играете сейчас на фоне тяжелых физических нагрузок, плюс вы впервые вышли на натуральное поле. Насколько сложно было сегодня вот именно этот переход? Да, тренируемся на искусственном, первый раз вышли на натуральное поле. Ноги немного подсели, но привыкли, я думаю, в течение 10 минут все привыкли, и было достаточно комфортно играть на таком поле. Вот команда потеряла опорного полузащитника, ну, в лице Александра Смирнова, да, сейчас на просмотре постоянно футболисты в этой зоне, постоянно меняются. Вот насколько тебе сложно взаимодействовать с новыми партнерами по команде? Ну, добавляется один просмотровый, поэтому несложно. Все остальные-то остались, Артур Амединов, Андрей Кива, поэтому взаимодействие у нас потрясающее с ними, несложно. Вы уже месяц на сборах в Алуште. Насколько тяжело психологически и физически сейчас? Да. Очень тяжело психологически. Физически мы все терпим, все как бы совсем справляемся. Именно психологически, что находимся там 12 дней. Ну, тоже куда деваться. Это сборы, надо работать, готовиться к чемпионату. Поэтому сейчас поедем, 2 дня отдохнем и с новыми силами поедем на новый сбор. А вот что касается вот готовности к чемпионату, вот как ты себя чувствуешь, насколько ты готов или когда ты будешь уже готов вот конкретно к первой игре? К чемпионату, к первой игре все будут готовы на 100%, я в этом уверен. Сейчас заключительный сбор, где мы наберем свои лучшие кондиции и покажем все лучшие свои качества в чемпионате. Все, спасибо тебе и удачи. Спасибо.